Так, ну что, я, наверное, схожу к молодежи. Ага. Вот. Только я ж не знаю, что им сказать. Это я полпятого. Сколько там им дадим, не знаю. А если Валя у вас заберет все деньги? Ага, сейчас. Да надо помогать мне, скажи. Что ж она без денег? Ваше дело дать ей за проезд. Сколько там, 1500? Заплатили. Вы больше не должны ей ничего. А что она будет у вас деньги забирать, 13 тысяч? Этой Вале стекла выбью. Но Да что вы же думаете, там... все он принесли тихонечко две баночки. Мы вот сейчас с тобой покушаем. Да не буду я есть. Ну, сейчас к ним зайду, чтобы сказать, я ж пообещал. Я от себя 1000 рублей дал, то у меня у самого пенсия 8000. Еще брат у меня... Мне кота подсунул. Вот так. И все давай деньги. На. А мне чем питаться? Вот. Так что, чтобы 5 мая, ну, дали, ну, хотя бы 3000. Понимаете? Потому что все-таки они тут живут годами, вот, и они с вами никогда не ссорятся. Не. А зачем им ссору? Они ж молодежь. Ребята хорошие, я говорю, утром встаю уже, это, стоит обед. Да. Мишка. А где твоя сберкнижка? Да. Ой, какой ты премудрый, а? И не признается. Ну. Себе положил под попу, как Валька, и прячет их. О, Мишка, я тебя знаю. Опа. Так. Ну что, всерьез начали ходить? Да. И в туалет ходите? Да. О. Ну ладно, пойду я, наверное. До них? Да. Ну так давай покушаем и пойдешь. Это вам принесли? Захватить нам хватит. Ваших собак я покормил. Ну, пусть постоит тут прохладно. Ну ладно, пусть. Ну, пойду я.